Привет. Сейчас будем устанавливать на Minecraft вот такую красивую карту. Итак, данная звезда является красивым жилым домом. Для того, чтобы установить такую красивую карту, вам нужно скачать по ссылочке под видео архив. Архив будет выглядеть вот так. Распаковываем его. После чего идем в Minecraft. Расположение файла. Папочка Minecraft, папка Savas. Открываем распакованную папку нашу. Так, нет, будем ее не открывать, а прям так скидывать целиком. Вот так. Все, после чего запускаем игру и выбираем данный мир. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте классы. Дальше будет интереснее. Пока.